Все идет по плану. В парке имени Кирова продолжаются работы по ремонту территории. Место отдыха обновляют по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». На днях в парке прошло выездное совещание. Подрядчики рассказали о темпах реконструкции места отдыха. О том, как продвигаются работы в парке и когда все будет готово, узнал Александр Бушмакин. Утром в парке имени Кирова кипит работа. По всей территории трудятся рабочие. Одни бетонируют лестницы, другие устанавливают специальную решетку для укрепления берега. Все работы идут по графику, говорят подрядчики. Помимо ремонта привычных дорожек и лестниц, в месте отдыха появятся и новые объекты. Пока все, что происходит вокруг, больше напоминает хаос. Строительный мусор, горы земли, работает техника, но совсем скоро на этом месте появится амфитеатр и сцена. Еще одно место в городе для уличных мероприятий. Есть новые объекты, на которых нет ни техники, ни строительного мусора, и уже достаточно многолюдно. Это спортивная зона. Работы здесь на финальной стадии. На площадке воркаута укладывают резиновое покрытие, в некоторых местах осталось положить газон. А вот работы на памп-треке и скейт-площадке завершены, но объект пока не принят. Это планируют сделать до конца сентября, рассказал заместитель директора дирекции благоустройства города Кирова Игорь Меркулов. Ну, официального открытия не было, но мы пока, соответственно, не мешаем детям, они катаются. Да, это безопасно, объекты полностью завершены. Также Игорь Меркулов рассказал, на 80% забетонированы дорожки по всей территории парка. На 95% сделаны работы по укреплению берега лиственницей. Освещение тоже в процессе монтажа. 40% от плана уже сделали. Каскадный перепад от верхнего пруда к нижнему тоже не простаивает. Его облицуют гранитом. Вкручивают сваи для будущего прогулочного пирса. На нем кировчане смогут любоваться пейзажем. Но это в будущем. Нижний пруд сегодня разделился на две части. В той, что ближе к Октябрьскому проспекту, в небольшом ручье еще плещутся утки. А вот во второй части уток нет. Здесь все медленно, но верно зарастает травой. Кировчане обеспокоены. А почистят ли все-таки пруд? Об этом мы также спросили у представителя дирекции благоустройства. Сама очистка пруда у нас изначально в техническом задании не заложена. Данные работы, конечно же, администрация будет планировать, но и выполнение их мы откладываем, скажем так, до зимы, когда у нас сам пруд застынет, и можно будет спокойно вот этот тыл доставать из него. И если спортивную зону планируют сдать до конца сентября, то прогуляться по парку имени Кирова получится еще не скоро. Все работы с дорожками, пирсами, прудами планируют завершить до декабря 2023 года. Александр Бушмакин, Алексей Зырянов, Бюро новостей Давича.